Идея проекта, на первый взгляд, проста – дать возможность детям и подросткам выразить себя под музыку в танце. И неважно, занимался ли ты когда-нибудь в секциях и студиях, главное – желание. Главное – двигаться, и главное, чтобы это нравилось. А судьи у нас обычно зрители. Зрители голосуют аплодисментами. За кого аплодисменты громче, тот и выигрывает. На самом деле цели у проекта куда более серьезные. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение сельской молодежи в общественную жизнь округа. За время существования дэнс-битвы, а это более 5 лет, в ней приняли участие более 300 детей и подростков из Ленинского городского округа. Причем многие из них впоследствии присоединились к волонтерским движениям местного отделения Молодой гвардии Единой России и досугового центра «Юность». Танцующая молодежь, да, сегодня они танцуют, завтра они волонтеры культуры, а теперь они волонтеры Ленинского городского округа. И как раз в период пандемии они вышли на помощь и оказывали ее тем, кто нуждается. Братья Погодки Матвей и Костя Кондрахины уже 2 года занимаются брейк-дансом в досуговом центре «Юность». В дэнс-битве они приняли участие впервые и сразу же стали явными фаворитами. Вот это твердо, а мы нам надо заниматься, и на полу очень нормально. Неудобно, да? Да. Да. Ну а тебе как? Тебе понравилось, как тебе аплодировали? Да. Только чуть повредил свое тело, но это круто. Мне тоже круто. Советую заниматься брейк-дансом. Здесь, на улице, возле импровизированной танцевальной площадки, заводятся новые знакомства, обретаются новые хобби. Ребята показывают, на что способны, и хвастаются тем, чему научились. В прошлом году проект «Дэнс-битва» стал лауреатом премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Следите за афишей и приходите на танцевальный батл и вы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».